Если у вас впервые выявлено повышение холестерина в крови, и цифры еще небольшие, то есть можно попытаться снизить его с помощью очень простого способа, который используется в аюрведической медицине уже многие тысячелетия. Для этого вам потребуется сырая свекла небольших размеров, чуть меньше яблока. Свекла очищается, она должна быть сырой. В центре свеклы вы делаете углубление, небольшое примерно на половину корпуса этой свеклы. Да, и туда вы должны залить сок одного лимона. После этого вы кладете свеклу на тарелку, накрываете крышкой и оставляете это все на ночь. Так, то есть свекла, содержащая сок лимона, должна простоять под крышкой в течение ночи. Утром натощак, то есть вы должны съесть одну свеклу и лимон, который содержится в этой свекле. Единственное, о чем надо помнить, что если есть какие-либо проблемы с желудком, если у вас повышенная кислотность, если у вас гастрит и, не дай бог, была язва в анамнезе желудка и двенадцатиперстной кишки, эту процедуру проводить нельзя. Потому что как сырая свекла, так и сок лимона, если вы употребляете натощак, она, конечно, эти заболевания вам обострит. Поэтому этим пользоваться нельзя, если есть проблемы с желудком. Но если проблем с желудком нет, то, пожалуйста, то в течение недели, предположим, вы этот способ будете пробовать, и потом сможете сделать повторный анализ крови и посмотреть за уровень холестерина. То есть, если, повторяю, что в начальной стадии только, как только впервые выявлено повышение холестерина, этот метод работает. Конечно, если цифры большие, естественно, он его на некоторое там значение снизит, но если он не приводится в норму, конечно, нужно проконсультироваться с своим лечащим врачом и уже решить вопрос о назначении статинов. Вот таким образом.